see, the thing is, здравствуйте, дорогие мои друзья! Я был очень сильно удивлен, когда в своем Debian'е увидел менеджер пакетов. Я охренел. Даже не просто менеджер пакетов, это еще центр программ. Обычно в Debian'е синаптик и больше ничего. Вроде бы в 6-й или 5-й версии кто-то запихивал Ubuntu Market. Ну, с тех пор прошло много лет. Все смирились, что здесь не появится красивого менеджера пакетов. Но тут я обнаружил вот это. Сейчас я вывел это на панель. До этого я обнаружил это в программах. Это Discover. Центр программ KDE. Давайте мы посмотрим, как все это у нас выглядит. Выглядит вот так. Очень симпатично. Здесь у нас присутствует поиск. Здесь у нас программы, они же приложения. Вернемся назад. Расширения к приложениям различные. Скрипты. Расширение к плазме. Я как понял, здесь все у нас отображается в виде значки, смайлы различные, просто расширение. Одно неудобно, что здесь изображен вот так вот у нас некрасиво список. Если бы все показывалось по 5 значков, хотя бы по 3, то было бы немножко симпатично. Я пока не нашел, как это все делается. Видимо, у нас что-то есть в настройках. Ага, настройка — это просто пункт. Нажимаем на приложение, и у нас здесь все поделено по категориям. Инструменты. Например, будильник, настройка главного меню, графическая карта диска присутствует. Специальные возможности. Ну, я не знал, что GNEUR у нас относится к такому пункту, конечно. Потому что обычно эта штука у нас типа что-то Яндекс.Транслита. Инструменты для разработки, Solecondi и многое-многое другое. Тут еще у нас подкатегории, видите, есть всякие. Что довольно, в принципе, удобно. Вот здесь я обратил внимание на такие симпатичные иллюстрации. Это щит управления какой-то, или ТЭЦ, или атомной станции. Ну, как видим, это электрощит управления, наверное, генератором, скорее всего, будет какой-то. Ну и видите, здесь он все так вот сопровождается вот такими симпатичными иллюстрациями. Мультимедиа, интернет, видите. Ну, здесь непонятно, какое-то запотевшее окошко. Кто-то испортил воздух, и оно припотело, поэтому такая иллюстрация. Образование, инструменты для разработки. Единственное, что не нравится, то что вот эти значки маленько такой ломанный пиксель, или они размазаны, или еще что-то. Можно было бы хотя бы сделать так, чтобы они здесь изображались с разрешением 256 на 256, а то они, получается, просто растягиваются. Будем надеяться, что данная программа будет дальше дорабатываться. Вот видите, здесь шрифт немножко исчезает на каком-то моменте скролла, потом пролистнешь, и он снова нормальный. Давайте установим какую-нибудь любую из этих программ. Нажимаем «Установить», вводим пароль, нажимаем «ОК». Программа наша установилась. Я нажал вот сюда, по центру, и у нас выскочило описание. К сожалению, нет оценок, что не есть хорошо, и комментариям к программам в Ubuntu, допустим, это есть довольно удобно. Как ты можешь почитать, допустим, там пишет Вася386, который пишет: «Вот, программа полное говно, не устанавливайте». Здесь этого нет. Вот описание, посмотрите, есть скриншот к программе. К сожалению, он открывается почему-то низко. А нет, видите, он то там. О, сейчас нормально. Сделаем выводы. Неплохая программа, которую нужно еще неплохо так доработать. Потому что, в принципе, свои функции она выполняет. Но есть такие моменты, как такие вот пиксельные страшные значки. Где-то проблемы со шрифтами. Ну, тем не менее, программа справилась. Вот мы установили видеоплеер VLC. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание.